Ну а вот минусы мезембриантимума. То есть он отцвел, и то, что они в маленьких горшках, им очень жарко. Сейчас на улице на солнце 45, наверное, 40 градусов, 30 градусов, и они свариваются. То есть они вот пожелтели, они, конечно, восстановятся, но это надо время на это, некоторые не восстановятся. То есть сначала их дождь был сильный, и от этого он сильно намок в ком земле. И несколько дней стоял мокрый. Для суккулентов это тоже губительно, влага. А потом было очень жарко 3 дня. И, во-первых, этот мокрый ком земли нагрелся сильно, подварились корни и подварились стебли, получается, подгорели. Поэтому он стал вот такой некрасивый. Поэтому для горшечного выращивания, получается, мезембриантиум не подходит для маленьких горшочков, которые нагреваются сильно. Ну, это, по крайней мере, на юге, в Краснодарском крае, быть точнее. Потому что здесь очень жарко летом, и они свариваются. Где-нибудь на севере, да, летом, имеется в виду, как однолетник выращивать, это хорошо. Ну и в грунте, возможно, они будут чувствовать себя лучше намного. Ну вот, в грунте они сидят тоже не намного лучше, им сейчас тоже видно, что листья плохо листиком подвариваются. Вот в этом вазоне он получше. Длинный вазон, в принципе, тоже он стоит на солнце, но листики вот все зеленые, все как положено. И они цветут пышно. Вот. Здесь вечером солнца нету, здесь они после обеда уходят.